кстати, вот что я вам хотел показать. Как банка запотела. Ух ты, вот это грядка! Привет, друзья! Меня зовут Николай, и сегодня мы с вами выдвинемся и посмотрим, может быть, какие-то попадутся нам грибочки после этих сильных дождей. Конечно же, дождь был сильный несколько дней, но не может быть такого, чтобы нам ничего не попалось. Поэтому сейчас мы все и посмотрим. У меня за спиной шикарные виды, сейчас я вам их покажу. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал и жать на колокольчик. Ну все, друзья, давайте перейдем к прогулочке. Вот такая вот здесь, друзья, у нас и красота в Крыму. Я здесь уже был неоднократно. Это у нас виды на Четвертах, Лысый Иван, Димирджи. Погодка, конечно, ветреная сегодня. Надеюсь, со звуком будет все нормально. Ну, виды, я думаю, вам нравятся. Ребятки, увидел грибок прямо вдоль дороги. А? Как вам такой красавчик? Я же думаю, вы уже догадались, кто это. Это у нас подосиновик. А, хорош собой, вы только посмотрите. Я уже один находил здесь. А это у нас второй. Ну, я давно находил один. Что-то они не особо хотят вылазить. И дожди есть, и все. Все условия, ну, что-то не так. Уже прям начинаю верить в то, что этот год не очень грибной. Хотя подосиновики уже должны переть по полной. Так, друзья, я вам уже это место очень много раз показывал, когда я сюда приезжал. Именно... Здесь я собирал, что боровички у меня были. Но в этот раз я приехал посмотреть снова. А здесь у нас вот такие идеальные просто, друзья, для закаточки грузди. Я, кстати, их попробовал. Они очень вкусные, если их вымочить, а потом закатать в баночки, замариновать. Будет вкуснятина, обалденно. Ну, сыроежки... Вот, естественно, попадается. И вот такой вот идеальнейший размерчик. Здесь их очень много. Смотрите, какие красавчики. Это именно то, что надо. У меня засоленных хватает. А вот таких маленьких, именно чтобы в банку закатать. И комары заедают, капец их тут. У меня не очень много. Но сейчас я их все здесь насобираю. Смотрите, их здесь... Только начало. Только начало, друзья. Их здесь просто много-много. Обалдеть можно. Ну, вот это, естественно, черненькое чуть-чуть можно будет дома уже подрезать. Они все на данный момент не червивые, хорошенькие. Просто бомба. Вот их сколько. А это у нас грусть перечный. Он уже в ведре не успел начать собирать, уже почти дно прикрыто. Так, сейчас мы здесь еще походим. То есть буквально день-другой, и их здесь будет очень много. Они повырастают все. Как раз был дождик. Вот это то, что нам надо. Так, друзья, после выходных, наверное, уже вот такие вот крупные были здесь собраны. Но все равно не все. Как вы видите, их все равно все невозможно найти. Тем более он, наверное, немного подвырос. А я сейчас здесь их и пособираю. Ребятки, обалдеть! Вот эта грядочка, смотрите. Красненькие сыроежечки. Ну, это кому они интересны. Мне они...
неинтересны. Их здесь, наверное, больше, чем груздей. А грузди, вот уже размерчик такой хорошенький. И то, что мне надо на сегодняшний день, именно маленькие. Ух, красота какая, ребята. Вот это да. А вот еще небольшой пучочек их. Ой, хорошо. Молодняк, молодняк, ребятки, идет. Так что в этих местах, естественно, груздей будет много. Буквально вот-вот на днях. Потому что они только-только начали вылазить. Вижу еще один. Даже парочку грибочков. Ух ты, вот это грядка. Смотрите, какие они все. Смотрите, сколько их здесь. Ну, я думаю, что ведерко я уже сейчас здесь насобираю. Вот, вот, вот. И пошли они дальше. Вот эту грядку я нашел. Так что грибы растут на одних и тех же местах. Да, здесь их, друзья, обалдеть можно сколько. Ну что, приступим. Все, то, что надо. Все в ведерко, ребята, мы сейчас поскладываем. Все будет просто отлично. Сегодня день прошел на славу. Ну, конечно, пешком сюда идти с груздями не лучший вариант. На стоковой машинке какой-нибудь проехать будет, конечно, проблемно. Вот я вам ставлю небольшой кадрик, как и выглядит дорога. Хотел вам показать, как здесь выглядит дорога. Ну, по крайней мере, местами она здесь выглядит вот таким вот образом. Из-за того, что родники бьют, выходят на дорогу, естественно, дорога раскатывается. И сейчас посмотрим, как буду проезжать я. А теперь продолжим наши сборы. Вот это красота, вот это размерчик. Да, я только в этом году узнал, что их можно замариновать. Так, это надо чуть-чуть отрезать. Зачем нам? Во, не пойдет. Так, продолжаем. Красота, просто красотища. У нас уже почти пол ведерка. И грядка еще у нас не закончилась. Еще проводим сборы грибочков. В лесу тишина. Обалденная местность. Спокойствие. И собираем грибочки. Ну что, ребята, вот я уже и приехал. И я покажу свой сегодняшний результат. Вот такое вот у меня ведерко груздей. Размерчик идеальный. Но уже на улице темнеет. Кстати, вот что я вам хотел показать. Как банка запотела. О, смотрите. Вот такой вот у меня получается результат, когда их замариновать. Видите, именно все маленькие я складываю в баночку. Ну и сегодня ведерко практически вот таких вот маленьких. Их теперь нужно отмочить и, естественно, потом замариновать. Кстати, получаются очень вкусные. Я уже попробовала, особенно если они до зимы настоятся, о, будут идеальные. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась легенькая прогулочка по грибы. Конечно же, грибов не настолько много, как хотелось бы, но они все-таки в лесу попадаются. Эти ливни не дали того желаемого урожая, который бы мы все хотели. Так что, друзья, всем полных корзин, мирного неба, здоровья. И не забывайте подписываться на мой канал. Друзья, до новых встреч в новых видео. Всем пока!